Всем хелло и здрасте! Сегодня вы находитесь на этом эксперименте, да. Сегодня мы будем экспериментировать с двумя этими яичками. А? Да, яйца, вернее. Какая разница, яйца и яички. Вот, как и полагается, одно больше, другое меньше. Ну, вот, короче, ребята, фишка такая. Вот, в принципе, два одинаковых яичка. Крутим одно. Крутится. Пиздато. Второе. Вообще охуенно крутится. А второе, ну, хуёво крутится, видите? А это крутится охуенно. А это не очень охуенно. Вот, казалось бы, в чем разница, ребята? В чем? Одинаковые яички. Одно крутится, другое нихуя. А разница вот в чем, ребята. Потому что это яичко, блядь, свежее, вернее, как сказать, блядь, забыл слово, вот сука, как, вообще не к месту забыл, это сырое, вот, сырое, а это, сука, вареное, вот она, блядь, в чем разница. Так что, когда вам надо протестировать яйца на готовность, крутите их, крутите, блядь, сука, яйца.